Дорогие друзья, здравствуйте! В этом тревожном времени культура всегда остается культурой. Она всегда актуальна, и сегодня она нам особенно нужна. Я очень счастлива, что мне предоставляется возможность сказать несколько слов о Иване Вазове. Еще при жизни Ивана Вазова назвали патриархом болгарской литературы. Эта метафора определяет его центральное место в отечественной литературе и его значение для Болгарии. Сформировала Вазова как личность и как поэт величайшая эпоха в истории Болгарии, эпоха Возрождения, которая закончилась с русско-турецкой освободительной войной 1878 года. Вазов родился в 1950 году, в конце эпохи Возрождения. И несмотря на то, что лучшие свои произведения он создал после освобождения, до конца жизни он остался верен идеалам эпохи Возрождения, остался писателем возрожденческого типа, за что часто подвергался критике. Вазов смотрел на свое творчество как на высокую общественную миссию. В культурной истории Болгарии он первый профессиональный писатель. 2 года он был министром просвещения, а потом отказался от всех предлагаемых ему высоких государственных постов, потому что был убежден, что Отечеству можно служить и только пером. И он создал художественную летопись Болгарии, отразив все события, которые происходили при его жизни. А прожил Иван Вазов 70 лет, из которых 50 лет он создавал свои лирические произведения, рассказы, повести, романы, драмы, издавал и редактировал газеты и журналы. Полвека он создавал образ национального космоса и стал духовным лидером своего народа в серое и безрадостное безвремие в годы после освобождения. Он не впадал никогда в отчаяние, не страдал творческой депрессией. О себе он писал: «Я здоровый сын здорового поколения». Вазов неимоверно обогатил болгарскую литературу новыми жанрами, темами, мотивами. Но в этом разнообразии есть главная тема, которая объединяет его творчество. Это тема Болгария. Болгарский язык, родная природа, историческое прошлое Болгарии, герой национального освободительного движения, духовные традиции, все, что связано с Болгарией, вызывает у него восторг и преклонение. Его неистовый патриотизм глубоко искренний и воздействующий. Иван Вазов воплотил в своем творчестве духовные традиции Болгарии. Он резко и с болью реагировал на все попытки унизить национальное достоинство болгар. А это всегда остается актуальным. Мои песни. И я уйду, когда мой час настанет, и надо мною вырастет трава. И кто добром, кто злом меня помянет, но песнь моя останется жива. Имен немало, с легкою их славой безжалостные годы в прах сотрут, их заглушат забвением плесень, травой мои стихи и песни не умрут. Ведь в них всю душу я излил всецело, с ее цветами, жемчугом до дна, и в них живет все, чем она горела, и в них трепещет и горит она. Меня не тронет злобный вой нестройный, и зависти, и ненависти гнев. И в будущее я гляжу спокойно, к нему дойдет моих стихов напев. В них отражен болгарский дух народный, он бессмертен так же, как народ, и будет жить в веках наш край свободный,
и песнь моя в народе не умрет. Не погасить того, что не гаснет, нам солнце светит благодатней, когда ненастье прояснится, но лучшему еще приятней, когда проникнет в щель темницы, путь кораблю найти поможет, и звездочка средь ночи темной, а искра маленькая может порой разжечь пожар огромный. Гус на костре сожжен, но пламя ночь мировой осветило, и ярче темными ночами сверкает грозных молний сила. Того, что никогда не гаснет, не погасить вам, о тираны! Гонимый вами свет ужасней вас поразит огнем вулкана. И все мгновенно, скоротечно, те, что живут, и те, что жили, престол, царство, вы не вечен, и черви вас съедят в могиле. Лишь вечен свет, один нетленный, в огромной мировой пустыне. Наш мир возник с ним во вселенной, и с ним не пропадет, не загинет. Во мраке он горит светлее, его не погасить могилой. И свет, убитый в Прометея, горит в Вольтере с новой силой. И если солнце вдруг сегодня исчезнет и светить не будет, то кто-нибудь из преисподней огонь для света нам добудет. В творчестве Вазова я довольно поздно столкнулась с его любовной поэзией. Возможно, потому что его любовная поэзия не изучалась в школе так подробно и глубоко. В школе нас учили прежде всего его патриотическим, родолюбивым произведениям, а любовная лирика Вазова была, так сказать, за пределами хрестоматического чтения, за пределами учебника. Одна из моих любимых книг, это одна из поздних книг любовной поэзии Ивана Вазова, «Люлика Мизамириса» или «Сирен запахла». С одной стороны, для работы этой книги характерны известный уже патетический язык Вазова, а с другой там менее знакомый или совершенно незнакомый вазовский язык. По мнению некоторых исследователей, даже появляется визуализация, говорят, которая удивительно похожа на сецессионную образность в холстах художников той эпохи. Большинство работ в книге написаны в 17-19 годах 20 века, а любовные стихи лирического цикла «Триндафилы», который называется «Триндафилы», сам Вазов включает значительно так переработанное, дополненное в своей последней книге «Любовь и природа», которая вышла в 21 году. Для меня было интересно, что в этих поздних работах зрелого Вазова лирический дискурс, лирический разговор связан меньше с горем влюбленного и чаще всего пытается закрутить момента счастья или счастье момента. Одна деталь, другая деталь, которая в поздней любовной лирике Вазова произвела на меня такое впечатление тогда, в моей молодости, то, что много цветов любовной лирики Вазова, сирен, герань, фиалки, хризантемы. В письме к профессору, у меня есть такой отрывок из этого письма, в письме к профессору Шишманову, поэт даже называет свои работы цветами. Более того, он назначил им самое высокое место в своей поэзии. Он пишет: «В триндафилы я дал лучшие цветы во всей моей лирике». На этом фоне можно сказать, что роза остается центром в поэтическом мире Вазова. Она королева цветов. А кстати, триндафилы – это вид, разновидность розы, это розовый куст. Исследователи, или есть исследователи, потому что не все исследователи творчества Вазова делают и более глубокую, более биографическую интерпретацию этого лирического цикла «Триндафилы» и утверждать, что автор обнаруживает триндафилы во все сезоны года, в том числе и зимой, то есть он обнаруживает триндафилы во все времена своей жизни, в том числе и в конце своей жизни.
Хотела прочитать Балабазова, напечатанная в газете «Гусла», когда он жил в Пловдиве и когда ему было 30 лет. Перевод на русский язык Ирина Петрова. «О любви не говори, о любви не говори и не нахваливай напрасно. Огонь ее во мне горит и ранее исцелит ужасных. Я побывал на адском дне, до капли вычерпал блаженство. Ясно понял то, что в ней и счастья нет, и совершенства. Теперь разбит, остыла страсть, и новых бур душа не просит. Лишь равнодушно ищет глаз причал, где якорь можно бросить». Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что мы вместе сегодня вечером. Потому что, несмотря на обстоятельства, которые не позволили нам продолжить болгарские сезоны в живом режиме в библиотеке иностранной литературы, мы нашли форму через наши экраны пообщаться с вами и поговорить об Иване Вазове, болгарском поэте, которого вы уже услышали в читках нашей учительницы болгарской школы. И она вам рассказала немного о патриоте Иване Вазове, о человеке, который раскрывал все стороны молодой болгарской государственности. Советник при посольстве болгарском рассказал больше о лирике Вазове, который написал, особенно в последние годы своей жизни, такие стихи, которые говорили больше об экзистенции человека, о жизни и смерти. И в моем сознании как-то формировался такой интересный женский дуэт. В самом начале была мама, конечно, Сыпка Вазова. Женщина, которая родилась в таком возрожденском болгарском городе Сопот, которая зачитывалась философами древними, литературу любила, родила 10 детей, среди них двое генералов. Но первородный был Иван Вазов, опора семьи. И когда был опустошен Сопот, и когда она бежала из города вместе с семьей, и когда был убит ее муж, вернувшись, она не только свой дом восстановила, а восстановила, помогла в остановке школы, читалище, это такой очаг болгарской культуры, и написала дневники Сыпки Вазовой. И эти дневники такой очень яркий документ времени. А в финале, где-то перед закатом жизни Ивана Вазова, с 1905 года у него была дружба с другой женщиной, потому что мама, кроме мамы, была и другом, конечно. Но вот женщина, которая была не только другом, а и вдохновением, была такой поэт, писатель, общественный деятель, первый издатель Болгарии Евгения Марс. Они переписывались с 1905 года, под самый конец жизни Вазова. Больше 105 писем найдено, а далеко они были не все, масса писем были сожжены. Он подарил ей 20 открыток своим ликом. И когда думаешь о таком поэте, который писал бы о полченцах на шибках, писал эпопеи забытых, писал роман под игом, и как-то, с одной стороны, в самом начале виден образ Сыпки Вазовой, ее литературные мечтания, и с другой стороны, друга Вазова, Евгении Марс, писательницы и издателя, ты вдруг понимаешь, что общественная фигура писателя, именем которого названы многие дома и Болгарии, в том числе и Национальный театр Болгарии, был внутренне очень чутким человеком, нежным поэтом, который был любим и которого любили. Иван Вазов, двата бука. Видях два пригърна бука в гората, пригърнати нежно, кът либета в жар, от корен до върха обвили се двата, столетия пият любовния нектар. О, буки, казах им, ви, тъй сте прекрасни, се дружни в радости, в бедствия зли, гръм бури не плашат при гръдки ви страстни, целувка ви жешка и смърт не дели. Завидна е вашата любов безконечна. Тя пътника радва, прославя леса. Какво я направи тъй вярна и вечна? Какво запечата съюза ви твърд? Магия ли страшна, ил брачно венчание, ил клетви любовни, кажете да знам. Презрително буките пазят мълчание и още по-силно прегръщат се там. Иван Вазов, два бука. Я видел в лесу два обнявшихся бука.
Казалось, их сблизил желание жар, как двое влюбленных, без слова, без звука, веками вкушают любовный нектар. «О, буки!» — решился деревьям сказать я, «вы делаете радость и тяжесть невзгод. Гроза не расторгнет такого объятия, и смерть поцелуев таких не прервет. Завидная доля любви бесконечной, скрепленной всей силой дружеских уз. Но что ее сделало верной и вечной? И что укрепило ваш прочный союз? Что тут помогло, колдовство или венчанье? Или страстные клятвы? Ответьте же мне!» Презрительно буки хранили молчанье, лишь ветви теснее сплелись в тишине.